Я впечатлена. Мы лишь хотели выразить тебе свою благодарность. Джилви, у меня для тебя очень печальные новости. Печальные новости? Риклин мертв. Мертв? Что? Что ты намерен делать теперь? Я отправлюсь в Сильвер-Лейк. А я поищу в долине крови своих из гильдии следопытов. Может, им нужна будет моя помощь. Стоять! А, это ты. Ты самое интересное пропустил. Барон-то сейчас в темнице, и теперь правит его брат. Это хорошо, что Гиртан пришел к власти, а то все усилия пропали бы в туне. Что? Погоди, а ты часом не... Мне пора идти. Поздравляю, дружище! Стюарк спасен! Им теперь правит верный долгу барон, и все благодаря тебе! Квинстан, честно говоря, мне это все равно. Я только хочу попасть в Сильвер-Лейк. Не скромничай, дорогой друг! Гип-гип, ура герою Стюарка! Чем могу быть полезен? Ну что, как дела, дружище? Оказывается, Ренвик предатель. Трусливый пёсий сын. Вот почему люди барона не пришли к нам на помощь в битве долины крови. Решил отсидеться, перекрыв проход. Скотина. Все уже позади. Какое счастье! Ты отлично справился! Есть повод отметить, верно? Вечно ты найдешь повод выпить. Вот тебе еще один. Я нашел Кларгора. Он в городе ищет тебя. Мой друг Кларгор? Надо же! Ты всегда найдешь чем удивить, черт! Отлично! Ура! Итак, отправляемся в долину крови, Раутер. Тут, понимаешь, какая неувязочка вышла. Ко мне подходил Диего. Он плохого не посоветует, верно? Так вот, он убедил меня отправиться в другое место. Прах, все побери. Я бы хотел пойти с тобой в долину крови, но... Что «но»? Мне надо идти с Диего. У него серьезные планы. Проклятие, будет большая заварушка. Мне лучше быть с ним. О чем ты? Я не могу тебе этого сказать. Вот елки зеленые, прости, но не могу. Отличная работа, малыш, отличная работа. Доказательства вины Ренвика говорят сами за себя, верно? Безусловно. Я лично доставил Ренвика в темницу на своем плече. Он верещал и бился, как свинья, ей-богу. Ты уже был у него в камере? Прекрасная картина, скажу я тебе. И эта трусливая крыса Мермонт в придачу. Их тупые хари просто великолепны. Никак не могу насмотреться. Чем займешься теперь? Я как раз обсуждаю это с Диего. Постарайся добраться до Сильвер-Лейка. Мы еще увидимся? Не сомневайся. Ха-ха-ха-ха-ха. Поздравляю, друг мой. Я в тебе не ошибся. Чем собираешься заняться? Закончу свои дела здесь, потом верну обратно свой корабль, подниму парус и... В общем, там и поглядим. А что случилось с твоим кораблем? Конфисковали вскоре после высадки. Для нужд флота. Шут ты. У Стюарка есть флот? Ты осмотрись вокруг. С моим кораблем могучий флот Стюарка верно вырос аж вдвое. Ты не ответил на мой вопрос. Где я увижу тебя снова? Что ты собираешься делать? Большие дела, мой друг, большие дела. Ты довольно скоро все узнаешь. Добро пожаловать! Ну чего, как дела? Дай-ка угадаю. Этим ты обычно на хлеб зарабатываешь. Я сделал, что должен был. Ты понимаешь, что все эти люди теперь умрут? Почему? Гиртан никогда не сдастся королю Робару. Стюарк обречен на падение. Ха! Проклятому королю Миртаны сначала нужно выиграть войну. Пока он выигрывал каждое сражение. Каждое. Значит, самое время это изменить. Как дела, малыш? Опять ты. Новые? Ну да. Сейчас в наших казематах отдыхают его бывшая светлость Ренвик и его советник Мермунд. Недавно ты выполнял приказы Ренвика, а теперь он твой узник? Все течет, все меняется. Кто платит, тот и заказывает музыку. А сейчас мне платит Гертан. Так вот ты какой. Да, вот я какой. Что, тоже пришел, чтобы поглумиться? Хотел посмотреть на подосланного Робаром червя. Кто ты такой? Я? Никто. Человек, у которого личные счеты с Робаром, которые я начинаю сводить прямо сейчас. Так это ты помог Гертану. Тогда я о тебе наслышан. Твои бы слова, да Робару в уши. Настанет день, когда ты пожалеешь, что перешел дорогу его величеству Робару Третьему. Будь уверен, у него много ушей. Да подавись ты своими угрозами. Оставайся гнить и медленно подыхать. Счастливо. Будь ты проклят! На свете есть только один истинный король. Я добьюсь, что твое имя будут проклинать. Мое имя? Имя. Скажи мне свое имя! Прощай, дурень. Я же барон. Отпустите меня немедленно. Ты брат Гертана, верно? Помоги мне. Я стал жертвой заговора. Гертан обратит весь Стюарк в руины. Ты мне нужен. Неужели тебе не ясно? Король Робар наш благодетель. Со всем почтением ты останешься здесь. Ха! Это снова ты! Ура! Ура! Славься, лорд Гиртан! Это верно. Долгих ему лет жизни. Эти письма оказались на вес золота. Ты оказал нам огромную услугу и позволил баронству избавиться от старого лиса Ренвика. Пусть Робар только сунется, мы ему покажем, как умеют драться в Стюарке. Тогда не перепей на радостях-то. Есть время для битвы, а есть для праздника. Сегодня мы празднуем. Давай, выпей с нами. Мне пора идти дальше. Кстати, тебя искал Раутер. Старый Раутер, спасибо за весть. Да пребудет с тобой Инос. Мы тебя не забудем. Славься, Гиртан! Чем могу служить? Это было здорово. Тебя любит весь Стюарк. Ладно, чего там? Ты сделал Гиртана бароном, а Робару дал отворот-поворот. Грандиозно. Надеюсь, мы еще встретимся. Мне выходить. Хочешь чего-нибудь купить? Никак не могу. Еще! Мне бы...